У мясных рядов и молочки в гипермаркете аншлаг, но не за покупателей. Товарами первой необходимости в этом магазине, а особенно ценами, заинтересовались сотрудники прокуратуры и администрации города. В списке мясо, крупы, хлеб, яйца, колбаса и сыр. Не оставили без внимания овощи и фрукты. Сегодня мы наблюдали рост цен на апельсины, мандарины, овощи, далее сельдь. 30 рабочих групп в магазинах города и сельских округов ежедневно проверяют ценники на социально значимые продукты питания. Результаты мониторингов направляются в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. Около 60 заявлений по завышению цен специалисты управления торговли уже зафиксировали. Заметили ли покупатели изменения в ценах? Очень сильно, особенно на овощи. Мы уже не говорим ни о колбасах и мясопродуктах. Овощи очень завышенные цены. Завышение цен, я бы не сказала, что я заметила в нашем вот именно гипермаркете. Цены как бы устраивают нас. Пока не видим завышений. Ну, на яйца вот у них было резкое повышение, когда 96 рублей десяток стоило. Это, конечно, было. Морально немножко не готовы были. А так нормально. Прокуратура города напоминает, что за необоснованно завышенные цены поставщиков ждет ответственность – административная или уголовная, в зависимости от скачка цены. Если вы заметили завышение цен, звоните по телефонам горячей линии 5 80 47 и 8 918 17 25 025.